Всем доброе утро. Скажи, Марина, привет. Привет. Да, мы заплетаемся. Собираемся в садик. Ванюшу я уже одела. У нас время 7 часов. Подними головку. 7 часов время уже. И мы одеваемся. Скажи, да, Мариша? В садик пойдем. Василиса, нельзя так кресло делать, Вася. Василиса. Все, поплела детей. Смотрите, что у нас кошка вытворяет, сейчас покажем. Маш, подожди, не трогай. Пусть она поизвивается, как она это делает. Убежит.
Василис, ну давай что-нибудь поделай. С ума сходит. С утра всегда, когда мы одеваемся, он тут на кресле с ума сходит. Всякое издевается. Все кресло вымыло. Вон что вытворяет. Он что вытворяет. И моется вся. Ой, какая, скажи, я грязная с утра, да, Вась? Ой, ну вся прямо извозюкалась. Да, Василиса? Да ты моя красавица. Не, к Маше, да, с утра листья. Да, Маша. Она говорит, чего вы меня не гладите, не ласкаете с утра пораньше. Ладно, одеваемся дальше. А время у нас уже 10 минут. Всем привет, друзья. Дома такая тишина, дома никогошеньки нету. Вообще никого. Я одна. И непривычно тихо. Ну, еще Вася есть. И Мася. Да, Вася? Да, Василиса? Мурлыкает. Мы печку с ней затопили. Все в садике, в школе. Что у меня глаза так... И тихо дома. Тишина. Непривычно в тишине сидеть. Всегда дети дома были, всегда шумно, гамно. От этой тишины не по себе и птички летают. Да, Василиска? Сегодня со Светы на прием надо идти. Да ты моя любимая, я знаю, что ты меня любишь. Мы с ней записаны к педиатру и пойдем с ней на прием. Она не болеет, если что, она просто нам надо сходить к педиатру. Давно ее не водила, уже надо сводить. А они болеют, просто нам надо проверить ребенка. Ой, извините, пожалуйста. У меня сегодня давление. Что-то так сильно упало. Сначала оно поднялось. Я выпила таблетку, легла. И меня вырубило. Пришла женщина стучиться, свет проверить. А я слышу, встать не могу. Я встала, и пока она мерила, чувствую, меня ведет. У меня голова закружилась. Ну, вроде ничего нет. Нормально. А сейчас померила, у меня сильно она упала. Видать, сильно крепкую таблетку выпила. Сейчас птичек вам покажу. Смотрите, вчера муж приколотил туда кусок сала. Смотрите, уже больше половины куска нету. Прям вместе со шкуркой приколотила, и они вот так вот грызут, едят, клюют его сало. Нравится им. Напишите, а вы даете птичкам сало на зиму? Вот так же, вот как вы прибиваете гвоздем, нет сала. Мы решили прибить. Мы и в том году прибивали, они тоже его клевали, 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 клевали. Видите, как клюют? Какая ты милая, сало хочешь, да? Им сейчас сало зимой надо. Давай. Каждый раз даем сало им. Видите, как кушает. Приятного аппетита тебе, птичка. Кушай на здоровье. Я уже дома полы протерла, промыла. Ну, не знаю, что уж заняться. Сейчас хочу постельное поменять. Сняла на некоторых постельное. Света сказала, ее на не надо менять. Надо поменять только у Оксаны и вот у Марины. Старшие сами себе всегда меняют. Сейчас постельное поменяем. Такая тишина дома. Печка только трещит. Затопила печку. И Василиса тут на маме сидит. Да, Васечка? Дети мои. Надо мне сходить брови сделать. Мне опять пишут, Настя, ты что опять свои брови запустила? У нас на улице сейчас минус 11. Василиса, отойди, пожалуйста. Тут вода опять на окнах скапливается. Я не знаю почему, но у меня постоянно на окнах копится вода. Напишите, у вас тоже так же или только вот, ну, у меня так? Постоянно вытираем, 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 вытираем. Ну, это конденсат, потому что белье мы дома сушим. Все мы дома сушим. Вот оно и, видимо, купится. Тут уже окно ободрали.
Вот засранцы мелкие уже окно повредили. Ну ладно, что теперь поделаешь-то? Василиса птичек ловит, сейчас покажу. Видите, ешь, не имется. Что, Вась, там птички, да? Такая она козюля. Птичек одно, что там птички летают, она к птичкам вот так вот реагирует. Да, Василиска? Все трясет. Вот на окно как сядет, так ее трясет. Ой, на карандаши поточить. Целый ящик он карандаши, на все поточить. У нас муж любит точить карандаши. Он садится с ребятишками и точит их. Вон здесь окно вытереть. Василис, тебе удобно там сидеть? Киса. И так за птичками она целыми днями может наблюдать.